Короче, Слава, есть девочка с такой историей просто. Просто. Потом расскажу. Если она захочет, ну, потом про... я про расскажу. развод? Что за история? Нет, не про развод там. Вот. И я бы очень хотела, чтобы про нее все узнали. И как-то... Я не могу сказать, потому что если Марина... Вообще, это твоя это подписчица? Мы с ней познакомились. Мы были на волосах. Меня Ася с ней познакомила. Девочка, которая прошла... Ей 23 года, она болела раком. Вау. А, вот. Вот ей помогали, собирали деньги Седокова. Вот Асти с ней познакомилась. Короче, она вылечила. У нее сахарный диабет. Ее даже Лиза, больница не Лиза, Лизочка, а рак чего у нее был? Марин, чего рак у тебя был? Сейчас она напишет. Вот. Ну, там просто жесть. Это то, что я рассказываю, это не жесть. Не, да, ну это на самом деле сейчас самое страшное. Она к нам приехала ночью, нам наращивали волосы, потому что ее не хотели класть в больницу, у нее поднялся сахар до 40. Этот человек умирает, если ему не прокапать что-то, он умирает просто. Ее ни в одну больницу, представляешь, не клали. И она капельницу делала, у нас в салоне лежала. Вот, человек, который живет вечно на таблетках, и еще не до конца вылечилась. Она еще не до конца вылечилась, а опекуны ее забирают ее деньги. Избивали ее, она мне фотки присылала. Просто я не буду говорить, уже сплачу сейчас. Ну, в смысле, опекуны, она сирота? Нужно делать трансляцию костного мозга. Да, ой. Какой кошмар. Но ей нужно деньги собрать, или что? Ей нужна помощь? Мне было, честно. Какой тебе? Да, и деньги собирать постоянно на лечение. Ну, плюс, я не знаю, мы хотим ее отправить на Малахов, потому что там прям такие вещи происходили с ребенком. А у ее опекунов еще осталось две девочки, а с девочками делают нехорошие вещи. Им просто там просто нужно помогать, да. И я к Малахову вчера писала редакторам. И если они не возьмут эту историю, то они вообще, конечно... Ну, как бы я говорю аж от себя, что это просто сволочь. Потому что это говно, смотрите, эти пиарщиков, извините, бабушек, Гогенов, блядь. Никому, а помочь действительно девочке и другим девочкам, которые остались в этой семье, у нее опекун убил человека, и все типа боятся в деревне к нему. Все знают, что происходит там, и все боятся его. Прикинь? Знаете, Марине 23 года... Марина только начала жить, она читает. Марина меня поддерживает. В своей ситуации я говорю, Марин, ты как вообще? Марина это человек, который для меня, извините, которому нужно вставать просто и хлопать. Она прошла такое ад, что когда я вообще, в принципе, знаю ее историю, я думаю, что у меня вообще нет проблем. Вообще нет проблем. Девочка жила без детства. Но у нее сейчас еще остались проблемы, правильно? Я так понимаю, ты еще вот не до конца. Ну вот она говорит, что у нее еще да. У нее они за квартиру судятся уже третий раз, и она не может подать на то, что они до сих пор они ее опекуны. Yeah. Марина, потому что я тебе сказала, мы все сделаем, что о тебе будут знать все об этой ситуации, что эту суку посадят просто. Это не останется, это 100% на месте. Просто да, я просто поговорила тебе, я тебя спросила, ты можешь рассказать все это людям? Сейчас мы ждем звонка, если Малаху пойдем туда, на пусть говорят. Там прям, ну ты поняла, грязь. Не, ну я понимаю, конечно. Там педофилия, блядь, там просто тварь, и оттуда надо вытаскивать детей. И самое ужасное, знаешь, то, что что-то ждем, не ждем, я не знаю. Но, кажется, у нас, может быть, таких в России историй просто миллион, да, вот в этих глубинках. Ну, естественно. Слушай, меня спросили сразу, а откуда? С России, типа, с Москвы, откуда, что, как? Пусть все знают, да. Идите, конечно, конечно. Марина, все, везде. Я считаю, что человек, который может даже поддержать девочек младше, которые в таких ситуациях. Марина, она меня поддерживает, просто не знает, что она мне пишет. Я переписываюсь, хоть ты говорила, Марина, что ты не такая взрослая, я тебе скажу, что ты очень взрослая, бесценна. Вот. Да, это мужское и женское, я не знаю. Думаете, мужское и женское надо? Да надо на все передачи написать. Их всего три, пусть говорят, прямой эфир. Она потому что болеет, женское. Поэтому у нее опекунные. Она может упасть где-то и просто все. Нет, ну у нее же родителей нет, я так понимаю, правильно? Вот они сейчас судятся за квартиру. К сожалению, чаще всего опекуны, которые
Неприемная семья поступает хреново. В Молдове что-то сделать, мою помощь, я все сделаю. Да, там реально помогаю. Да, мужское, женское, это точно. Ну хорошо, я попробую завтра узнать еще их номер. Но пока мы обратились к Малаху. Но Малаху что-то на меня впечатление не очень производит. Вот все пишут, мужское, женское, а что там делают? Лиз, во-первых, нет такого, как именно Малахов. Малахов просто ведущий. Есть программа. Ну, передача, ты говоришь, да, подымет картонки, пишет, это будет только на руку. Но я согласна, я сейчас смотрю, например, кстати, мне правда Гордон намного больше нравится. Он поможет, правда? Я завтра постараюсь тогда все-таки узнать про муж. Да, я узнаю, как раз я твоего прошу. Еще не сняли, впереди 3-4 суда по снятию опеку. Еще квартиру ей не хотят отдавать, ее судятся. У нее просто есть фотография, она такая вся избитая. Это ужас. Каждый день. Кошмар. Подожди, она до сих пор, ну, она не может от них уйти? Нет, она сейчас не с ними. Но вот именно, что если с ней что-то станет, ее отдадут обратно опекунам. Если с ней что-то случится, она на улицу вот так упадет от сахара, то потеряет сознание, все. Какой ужас просто. Гордон пишет. Да, вот мы уже 2 дня, и поставить сначала на одну тему хотел закинуть Марину. И знаете, самое ужасное, то, что мы просто вот Асти вообще, почему для меня просто открылась, она тоже по-другому. Она такая прям вся крутая, милая тоже, вот такая, человек-душа. Вот. Вот они общаются. И тоже вот она звонила, чтобы ее положили в больницу. Представляешь, у нас в больницу не положили девочку. Девочку. Сахар 40, она могла умереть на улице. И всем насрать. Вот, блин, мы бы сидели на этих волосах, я бы, клянусь, ты знаешь, меня, я бы там так раз... Я бы просто там бы всех послала, всех бы записала, всех врачей бы. Я просто пошла, сука, бы на них написала заявление. Всё. Как можно? Это ужас. Да, возьми эту Марину в эфир, если она не против. Вот, предлагают ее взять. Да. Марина, а я не знаю, где Марина. Может, Марина сейчас... Марина, ты сейчас где? Не живу с опекунами, с несмысленной мамой. Мы с Асей так решили, я просто ушла. Ну, как нож была на этом мужском, ну, как-то мужское-женское, может, она знает. Только такие в нашей стране, кто не имеет возможности связаться с никакой программой. Ну, так девчонки уже писали туда, и никто не ответил. Очень странно. Ну, как, ну, я могу только спросить номер. Как, ну, там при чем? Она просто была и видела на мужском, да, и женском. Уф. Не знаю, как номер. Ну, мы сейчас ждем ответа, ладно, оттуда, но я им сказала, что если что, мы пойдем дальше. И Гордон пишет. Уже Гордон, что ли? Малахова же не так смотрят? Ну, я не знаю. Прямо разговаривали вчера. Пусть поженится уже в третий... Меня пригласили на пусть поженится уже в третий раз. Слушай, я тебе скажу, что на пусть поженится. Ну, давай поженимся, наверное. Ну, давай поженимся, приглашают постоянно всех. О, Мэри, кстати, про тебя я узнала, ты идешь, ну давай поженимся. Я вчера просто всех пыталась Марину, потом Илюху запихнуть. Мы разговаривали про вот это, как это называется, передача, господи, «Красота на миллион». И потом я сказала, что там есть выходы. Как вы хотите, Мэри, увидеть, ну давай поженимся, ладно, там... Я. Интересно, кто к ней придет. Вот это прям очень интересно посмотреть. Гордон решает проблему. Все, мы идем к Гордону. Да нужно, ну, всего 3 передачи. Нужно на все 3 написать. Главное ждать. Да, я-то с редакторами напрямую вышла. Ну, да, я имею в виду, ну, позвонить, написать. Я же не знаю, как ты с ними контактируешь. Мне предложили, я Илюху скинула, Илюху предложили пойти на этот, переодеться нам в этом приговоре. Я всех такая хотела. И говорит, и что, ты придешь? А я со всеми буду везде ходить. Такая, ну, замечательно. Мать. Хорошо. Да, крёстная. Фея крёстная. Ну, не знаю. Марина согласилась. Конечно, Марина согласилась. Приду, смогу. Что произошло? Что еще? Так. Марин, ты здесь? Марина что, согласилась. Будешь уходить? Да? Я отключаюсь, давай. Да, да. Марин, что, ты подключишься? Сейчас мы познакомим вас с Мариной, с этой замечательной девочкой, которая прошла просто и проходит эти круги ада, и все проблемы ваши, все наши разводы, все наше говно просто куда-то уйдет.
Добавь Марина сейчас. Так, Марина, конечно, ко мне не добавляется. Я сейчас посмотрю. Спешно отправлено. Я не поняла, представляешь, вообще говорят. Да, ну. Запросы, да. А что-то у меня не было запросов. Сейчас, Зайка, добавлю тебя. Мне кажется, просто так поздно, надо днем с тобой завтра выйти в эфир. На перезагрузку мы начали перезагрузки с Мариной, а вы решили до конца добить. Привет! Привет! У меня тут, правда, собаки немного лают, поэтому меня, может быть, хреново слышно, но... Познакомились с моим солнышком. И с маэстро здесь, смотри-ка, они похожи с Машкой. Слав. И с маэстро, я думаю, здесь, в эфире. Я же тебе говорила, что ты похожа на мою сестру. Мелкую. Ты не видела ее в эфире, маэстро? Тоже. Да? Есть это, что похоже. Да. Хотя она тоже такая стесняется. Сейчас я тут что-то пробью. Вот, секунду. Ай, ты только на улице просто не выходи, будет не немного... мерзни, ладно? Не-не-не, я наоборот не на улицу. Марина, это человек для меня просто. Марина. Все встали, похлопали Марине же. Я думаю, сейчас все хлопают. Марина, есть ли? Ну что, ты должна готовиться к тому, что будет много людей. Я на самом деле, я тебе уже писала много раз, что для меня прямые эфиры и всякая такая вещь, это настолько сложно, мне проще написать, чем что-то проговорить, но будем учиться, будем стараться. Конечно, слушай, поверь мне, пока я не пришла на проект, я реально не выходила ни в прямые эфиры, для меня это все было прям, ну как-то вообще. А представляешь, а потом я привыкла, что я там хожу, я пухшая и страшная, и жру, разговариваю, поэтому все время ем, разговариваю, раньше я так не делала бы. Ну, ты привыкаешь к этому, и знаешь, там, господи, выйти в таком виде, я всегда выхожу, какая я есть, господи, с утра пухшая, с прыщами, красивая безумно. Ну, конечно, всегда мы красивые, надо говорить об этом. Так. Что случилось с Мариной? Марина, расскажи нам про свою болезнь. Ну, на самом деле, все началось еще с детства. Я почти в 2 года заболела диабетом. Это сразу первый тип, сразу инсулин. И до сентября прошлого года я, в принципе, была на уколах. Вот. И колола себе 6 раз в день уколы. Чтобы поесть, мне надо было уколоться. Чтобы, собственно говоря, сахар был в норме, мне тоже надо было уколоться. И на уколах было, конечно, сложно. В первое время особенно. Когда эти инсулиновые шприцы, тебя, если тебе нужно уколоться в людном месте, тебя воспринимают за наркоманку. Меня, кстати, 3 или 4 раза забирали в отдел полиции. Вот, потому что я как-то на одном из вокзалов просто решила уколоть инсулин. И меня реально просто как подбелы рученьки такие, типа наркоманка, и все. Вот. В сентябре прошлого года, кстати, не без помощи Асти, не без помощи Эмина Агаларова мне поставили помпу инсулиновую. Ну, я не знаю, видно-не видно, но, короче, это вот такая вот штучка, которая постоянно со мной, которая, короче, проводом таким маленьким прицеплена к телу, и я меняю иголку 3 раза. То есть мне не нужно 6 раз в день колоться, я просто 3 раза меняю иголочку. Сейчас даже постараюсь показать, не знаю, видно, нет. Ну, прям секундочку. Угу. Короче. Да. Вот. Ну, в общем, я потом тогда скину фотку, я не знаю, слышно меня, не слышно. У меня что-то все виснет. Вот. Да, что-то она зависла на карте, начала вниз, да, показывать. Перезвоним и не перезвоним, а там еще 2 девочки осталось. Да, слышно, но не видно. Сейчас мы подсадим еще.
что на нас на ночь ожидание. Все, все, вот. Вот, собственно говоря, вот такая вот вещь. Угу. Видно, не видно, не знаю. Вот, ну, короче, да, присоединяйся на ответ. У меня я ее раз в 3 дня. И намного проще, удобней. Но, как бы, если бы только диабет, все было бы просто и не так сложно. Но в декабре 2016-го мне в первый раз поставили диагноз. И, в принципе, я вышла в ремиссию. А в феврале этого года у меня случился рецидив. И к диагнозу лимфома добавился еще и лейкоз. Мне сделали операцию на легкое. У меня нет части правого легкого. Ну и, в общем, куча сложностей, когда тебя не берут бесплатно лечить. Говорят, что как мне вот в правительстве Московской области сказали, что смысл деньги тратить на безнадежно больных, тебе так и так умирать. В принципе, полгода назад меня похоронили. Но как бы вот она, я живу, улыбаюсь, радуюсь. И сейчас вот меня, возможно, возьмут на лечение в Питер. Мне нужно там еще пару всяких процедур пройти, предоставить им документы касаемо того, что на данный момент как все это происходит, ремиссия, не ремиссия. И вот как раз-таки нужна трансплантация костного мозга. Для того, чтобы ее сделать, нужно выйти в ремиссию. То есть нужно, чтобы болезнь начала отступать и не требовалась химия. Поэтому сейчас все силы направлены просто на то, чтобы выйти в ремиссию, и дальше уже все пойдет. Угу. А расскажи про то, что у тебя опекуны же деньги забрали. То, что вы забрали. Да, часть средств. Ну, в общем, мне опекой выделялось по 22 тысячи в месяц, которые должны были тратить на меня. И по 50 тысяч 2 раза в год. Это там на одежду, на канцелярию, на учебу. Я от этого не видела ни хрена. И не видела ни хрена я почти на протяжении 4 лет. Но рассказать кому-то, кому-то пожаловаться, кому-то что-то попытаться донести. Ну, после 2 заявлений в полицию, когда мне сказали, что я сама по всем виновата, я поняла, что лучше молчать в тряпочку. И, собственно говоря, не надо. Ты же не замолчала в тряпочку, ты видишь, взяла, и вот ты молодец, ты же ушла от них. Я считаю... Ну, это реально, это очень долгий процесс происходил, и просто определенные обстоятельства сложились, когда мы поругались, когда я заболела. А как тебе узнали вообще, как сбор вот этот? Правильно, ты же познакомилась как-то с Асти, а тебе же как-то узнали, ты куда-то обратилась сама? Как я познакомилась с Асти, это вообще чудо на самом деле. Она была на проекте «Битва талантов», да, вот с Артиком, и... К ним попала в команду одна девочка, Аня Якубук, ей 13 лет недавно исполнилось, и мы очень хорошо общались с мамой Ани, вот. И она мне тут, значит, в один прекрасный день пишет, мол, Марин, попробуй написать Асти Артику и на их официальную страницу в Директ. А получилось так, что мне нужно было счет закрыть в 450 тысяч, и закрыть его надо было за 3 дня. И я понимаю, что у меня таких денег нет, я просто всем кидаю в директ рассылки, кому только можно, но практически никто не отвечает. И тут, значит, я пишу Ане, вот, у меня капельница стоит, смысл в том, что я засыпаю, просыпаюсь как бы через 4 часа, ответа нет, она ничего не прочитала, я думаю, ну ладно, как бы, как и все, мол, директ забит, известность, популярность. Проходит полчаса, у меня пищит телефон. Пишет телефон, мне просто Аня пишет, мол, да, конечно, я тебе помогу, сейчас я тебе скину денежку, я про тебя там сделаю сторис, раскину по своим знакомым. И, в общем, мы за 4,5 часа вместе с Аней набираем сумму такую, что я могу еще и 2 недели лечиться и вообще не париться. И с тех пор, вот с 23 июня, да, мы с ней общаемся, и... Я была у нее на паре концертов, в Туле она мне посвящала песню, я стояла просто в зале и плакала, на самом деле. Я же говорю, у меня Аня, просто это прям очень такой... Я от нее была 2 дни, что мы вместе волосы делали, я пришла и рассказала мужу, рассказала Мэри, говорю, это просто, она такая, говоришь, шикарная, просто такая она, я так себя обожаю, все такой душевный человек, вот, ну, твою сторону, конечно...
Просто видишь, нет, болеют. Сейчас очень много людей, которые болеют. Честно, в Дебит пишут многие, кто болеют. Да, это правда такая болезнь. Ты прошла больше. Просто мы не будем рассказывать в эфире, что больше. Ты должна подготовиться к себе, потому что просто Марина, чтобы вы понимали, то, что она рассказала, это не ад. То, что девочка, как росла девочка, вот это ад, а это все это прибавилось к ее аду. Даже не знаю, что страшнее. Да, я это думала, так что и есть. Это было то, что даже с тобой происходило там дома. Мне просто очень... А сколько тем двум девочкам лет? Там трое, во-первых. Одной 16, другой 19 и третий 14,5. Они тоже опекуны, получается? Ну, только мальчик и сын, вот ты сказала, да? Да. Слушай, а вот девочки эти... которые вот 16, это 19, они опекуны. Почему опекуны? Тоже болеют чем-то? Или как? Ну, у нас по закону, то есть там можно, в принципе, в Российской Федерации до 18 брать под опеку, если ничем не болеют, вот, и, в принципе, оставлять потом в семье. А если болеешь, то у нас опека как бы может быть и до 40, и до 80 лет, то есть там... Ну, эта девочка тоже может, которой 19 лет, уйти же, правильно? Или нет? Ну, на основании... То есть это тоже нужно снять. Они вас взяли специально, чтобы деньги ваши правильно иметь? Я так понимаю, да, потому что суммы нереальные. Вот представь себе, 4 человека по 25 тысяч в месяц на каждого. Да, и у вас там, получается, деревня же какая-то, я поняла, правильно? Да. Ну, еще этот мужик, получается, там издевается над девочками. Ну... Просто девчонок, хочу, чтобы ты вот ты понимаешь, что ты уже не там, ты вообще молодец, такие поступишь, что ты понимаешь, что ты. Я тебе сказала, твоя дальше миссия. Ты можешь помочь, понимаешь, другим девочкам. Ты сама сказала, что раньше ты стеснялась, этого всего боялась. А есть девочки, которые вот это 16 лет девочки. Представляешь, как ей сейчас, когда тебе было 16, ты там жила, и когда ты всего этого боялась. Я представляю просто, насколько сейчас им страшно, потому что было страшно и мне, да, вот до 10 ноября, пока я просто. Не собралась, не уехала в ночь. Я помню, время было, наверное, 1:30. Аня была на гастролях. И я просто пишу ей в директ, говорю, Ань, так и так. Я как бы сижу в электричке, еду в Москву. Она мне говорит, в смысле еду в Москву? Что произошло? И она на тот момент, то есть тоже, ну, знала, что я болею, да. Но подожди, Зань. Кто будет писать херню мне сейчас, я, блядь, буду вас сразу блокировать. Ну, это понятно, понимаешь, да? Они же мне пишут, ну ничего. Ну, я имею в виду, что кому-то очень смешно, весело, идите с эфира. Ну. И, собственно говоря, она тоже, ну, мало чего знала, да, на самом деле. Ну, да. И в этот момент я пишу, говорю, я сижу в электричке, еду в Москву. Она говорит, у тебя есть планы? Я говорю, честно, ни хрена. Она говорит, ну, я возвращаюсь с гастролей. Завтра у меня, значит, на Бауманской, ну, у нее где салон, она говорит, у меня там будет встреча, мы тебе сейчас бронируем как бы гостиницу, все в порядке, ты заезжаешь, ничего не бойся, ничего не парься, завтра встретимся. И вот мы с ней встретились как раз, и она уехала к Лерке, по-моему, это было 15 ноября, в Париж она улетела, и мне в ночь становится плохо. Я ей пишу, мол, Ань, так и так, мне нужны контакты человека, который мне может просто прокапать капельницу. Я говорю, типа, в больницу не надо, ничего не надо, ничего не хочу, найдут, заберут, вот. И Аня просто связывается со своим врачом, который ей спас жизнь в определенный момент. И в итоге пишет мне, что как бы, как хочешь, ты едешь в больницу, к тебе уже едет моя девочка, вот как раз Миля ко мне приезжала, и она говорит, вы, типа, вызываете скорую, ты едешь в больницу. Мне плевать, говорит, что ты думаешь, но мне сказали, что просто так тебя не откапать. И Миля меня привозит в больницу, меня забирают в реанимацию на 4 суток. Каждый день после того, как Аня прилетела из Парижа, она просто каждый день приезжала в больницу к заведующему реанимации, разговаривала по поводу меня. Ее ко мне не пускали, но она каждый день разговаривала. Потом, когда меня перевели в отделение... Как раз-таки вот Анька, Милька приезжали, пока я лечилась. Вот. Потом у нас была история, поэтому когда я попала... Поэтому подпишитесь на Асте тоже.
Это Настя очень крутая, очень-очень. Потому что это просто, это человечище на самом деле. Да. Это вот был первый человек, который реально в меня поверил, который мне просто буквально, наверное, дня через два после нашего знакомства, она мне просто говорит: слушай, мы тебя вытащим в любом случае. И у нас же с ней разница в возрасте в 4 года, она меня старше на 4 года, и она мне рассказывает историю о том, что когда ей было 4, ей снились сны о том, что она забирает ребенка из детского дома. Mm-hmm. И тут просто мы с ней на теме как бы сошлись, начали разговаривать, и она мне говорит: я своих не бросаю. И как бы ты видела, да, ноябрь, когда она на меня чуть ли не благим матом орала, я ей: Аня, я не могу приехать, мне дико стыдно, как я там, в общем... Чужие люди, ты что вообще ночью в салон? И Аня мне такая: Марина, заткнулась, я тебя вызвала такси. Вот. Смотри, сколько что... здесь тебя поддерживает, уже написали. Сейчас я выложу. Я уже выкладывала Марину. Угу. Вот, я выложу Марине на страницу. Все ей поможем. Но нам главное с тобой попасть. Но все говорят, завтра я узнаю, я сейчас Марине... Мэри, ты можешь? А, я сейчас напишу. Маша, окно, мы сейчас узнаем про Гордона. Видишь, все почему-то говорят, что Гордону надо идти. Да, Гордон, чтобы сейчас Малахов, это чисто шоу. Ну да, я тоже вижу много комментариев конкретно того, что там пишут, что Гордон разбирается. Мы с тобой можем быть знаем. Сейчас я напишу к окно, чтобы передала номер к окно. Сейчас. Вот, я откуда? Я вообще родилась в Ростове-на-Дону. Практически всю свою жизнь я прожила в Москве, и потом 4 года я прожила в городе Ясногорск Тульской области, ну, в деревушке, вот, и сейчас я в Московской области живу. Касаемо центра Димы Рогачева, мне оттуда дали официальный отказ, вот, потому что у них нет квот. Сейчас, Зай, вот она пишет. Мань, мы сидим в прямом эфире, нам очень нужно выйти на редакторов, на Гордона. Вот, можешь помочь? Нам тут нужна помощь. Очень помочь, очень-очень хорошей девочке. Мне 24 уже. Вот, из ближайших я не знаю никого. Напишешь? Ну, касаемо отказов, у меня 10 отказов от различных центров, вот только Питер Алмазова сейчас готова взять, и 8 направлений в Коспис. Я же говорю, меня, в принципе, полгода назад просто похоронили, сказав, что... Ну, пару-тройку месяцев ты проживешь, и все, как бы, до свидания. Но у меня настолько, как сказать, я слишком наглая и чересчур самоуверенная, и у меня огромное желание жить, поэтому я даже не могу сказать, чем я держусь так на плаву, вот. Но стараюсь и держусь. Подорожительно обращались в Адвиту питерскую, обращались в клуб Добряков, обращались в Лейкозу, только нет, точка нет, точнее, куда только не обращались. Фонды меня не берут, потому что у меня 2 онкогематологических диагноза, это лимфома и лейкоз, и плюс сахарный диабет. Так, Машка написала, наберет. Так. Сейчас. Она написала, наберет и редактору. Ты рассказывай там, отвечай на вопросы, пока Маша все вкратце пишу, чтобы она знала, что рассказывает. Я читаю, смотрю. Да, в Герцена обращались в, господи, гематологический научный центр в Москве, обращались в Блохина, обращались в 62-ю, куда только не обращались, обращались в Моники,
Вот, и... Давай завтра заберу. Честно, касаемо Москвы, да, вот, касаемо Москвы, ближайшего Подмосковья, мне везде отказали. Да. Я сейчас живу на съемной квартире, вот,